Дисклеймер. Привет, я третий, сегодня мы с тобой продолжим проходить Симпсонов. Обей, беги. Давай-ка я вижу пока все равно тут пчелу. Которая, походу, скоро меня ёбнет. Ага, как я и сказал. Но я сначала ёбну ее, тварь летающая. Да, сука, заебёшь. Еще надо монеты быстро собирать, а то они исчезнут. Иди сюда, тварь. Наконец-то. Вот так как мне... Ну, конечно, зашибись, а пока я буду забегать, они уже исчезнут. Быстрее, быстрее, да быстрее, да ёбаный ты. Ой-ой-ой. Быстрее, 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 не-не-не-не-не-не-не-не-не, нет. Тварь. Дай мне минутку, чтобы отдышаться. Иди в жопу. Так, собираем здесь, еще пробежимся по кругу, на всякий случай, если заставит что-нибудь купить, но надеюсь, заставит купить недорого. Энергия, прошу, нужен фактор. О, нет. Так, прячемся, прячемся. Ага. Да ты заебал, сука. Не-не-не-не-не. Как я его ненавижу. Плохо, что тут все-таки оружия нет, блядь. Да хватит! Блядь, я развернулась. Ой, блядь, я все закрыл, пиздец. Перезагружайся, давай быстрее. Пиздец. Да хорош! Нет, твою мать, нет. Эти быстро поправляются. Мне кажется, эта гнида, сука, попадает в любом случае в меня. Наконец-то. Да раз, летающий. Ну зашибись, там за решеткой я своих монет уже не достану. И тут быстрее, пока они исчезли. Петух, сука. Я так устала. Тина. Так сильно устала. Фу, блядь. Те осты, ёбаные. Давай говорить. Профессор Фрэнк, вы должны мне помочь. Мне никто не верит. Это как с мальчиком, который кричал про волков. Только сейчас вместо волков замаскированы инопланетяне. Инопланетяне обсуждали вопросы транспортировки в моем плутониевом радиоприемнике. Наверное, я перехватил сообщение инопланетян. В нем говорится, что они прячут лазеры в грузовике ДАФ. Нужно срочно что-то предпринять. Ой, успокойся, ничего страшного в этом нет. Давай, грузовики ДАФ. Меня это устраивает. Садись в машину. О, нет, только не Барта тачку, пожалуйста. Я хочу Лизину взять, она нормальная, в отличие от этих. О, нет, ну да, хер там мне выбор дадут. О, дадут. Я был бы в лучшей форме, если бы не сидел за компьютером. Так, давай. А чё у меня все закрыты, слышишь? А нихера себе, там столько машин, что ли, сейчас появилось. Здравствуйте, водители, что у нас здесь какие-то проблемы? Ну, наконец-то, хоть какое-то признание моей значимости для города. Вперед! А, ты... Ого. Отходи с дороги, чувак. Ай, мои блядь. Волосы! Надеюсь, это стоит дорого. Видео началось, блядь, с веселья, когда в меня опять начинают врезаться тюкали. Блядь, пошли нахер. Быстро. Делай так почаще. Я заработал на ты? Этом 900 долларов. Сука. Ой, сука, я даже не успею доехать, о, да куда боже! Мне там надо. Ешьте мою пыль, слабаки. Время разбоя на дорогах в стиле Барта Симпсона. Я вас понял. Эй, медленные машины пусть едут по первой полосе. Вот именно. Пусть все конченые едут хотя бы по одной полосе, а я буду, блядь, ехать по другой полосе. Чтобы с этими кондонами не пересекаться. Ну, конечно, я не успел. Я себе понял, на что ты рассчитывал вообще? Что ты, блядь, вообще рассчитывал? Еще, блядь, тарань. Надеюсь, мне тачку хотя бы починят. Ну! Просто сделай это. Без проблем. Чтобы теперь надо ящик, аккуратно максимально. Максимально аккуратно. Вдоль правой стеночки ехать. Ага, и вдоль правой стеночки эти же появились. Так, отлично. Так, аккуратней. Блять, олень конченый. Получай. Нахуй ты, блядь, перестраиваешься? Чепушила босс. Говори, Глория, говори! Я же и так максимально сбросил скорость. Как ты, блядь, там смогла пролететь на повороте? Куда ты влетаешь, а? Долбоёб, блядь. Ну... Я виновата. Миссис Симпсон к вашим услугам. А так хорошо все начиналось вообще.
Давай еще разочек аккуратненько. Кстати, может, вот так вот реально будет проще. Кстати, там коробка была с монетами. Хер с ним, с этой миссией. Пока есть возможность, собрал. Надеюсь, они поддаются переработке. А, серьезно? Тут настолько короткий сокращенный путь? Понятно, это вообще ни хера не сокращенный путь. Вот тут этот вот, следующий поворот, вот сейчас который. Вот такой, сука, конченый, блядь. Смотри, я вот максимальную скорость сбросил, я уже практически стою на месте. Он все равно, когда поворачивает, она залетает на другую полосу. 4 минуты, я все еще ебусь с тем, что не могу даже доехать до миссии своей. Приветствую тебя, Спрингфилд. Барт Симпсон, к вашим услугам. А куда тебя заносит вообще? Ты по прямой, блядь, едешь. Аккуратно давай. Ты видел? Он прям бортанул меня. Тот специально сбивает меня. Он прям ехал и вот так вот в бок в меня втаранился. Дебил, блядь, конченый. О, вот эти вот особенно грузовики ебаные, блядь. Отвали с дороги, чувак. Так, давай. Ага, я вижу даже, куда ехать. Это мои деньги на колледж. Блядь. Хорошо. Что-то мне не нравятся все эти грузовики. А ну вернись. Мне надо таранить и забрать ящики. Все, я понял. Блядь, ну как так-то вообще? Нахуй ты врезался раньше времени? Еще и не выпало из него ничего, хотя он врезался. Хорошо, видал, как мастерски я развернулся? Вот как по этому мостику я должен его нахуй таранить? Тут, во-первых, хуй проедешь. Смотри, я только проехался, а мы еще не выехали из этого, из этой набережной. У меня уже почти максимальное количество полицейских нарушений. Конец-то. Давай. И не сомневайся, я подам на тебя в суд. О, и за это еще и ничего не дали, серьезно? Так как тебя нахуй догнать-то, а? Схера ли вообще грузовик так быстрее едет? Наконец-то. О, минута осталась на 5 штук, конечно. Успею я это выполнить. Конечно. Давай, пошевеливайся! Эй, медленные машины пусть едут по первой полосе. Да, зашибись. Попробуй тут. Ешь это дерьмо. Перезапустить миссию один хуй, я уже не успею. Сука, она... Кто вообще придумал? Какой дебил, что на набережной я должен как-то, блядь, таранить автомобиль? Там хоть проедешь, во-первых, чтобы никого не зацепить, а еще надо на скорость еще и, блядь, таранить. Что за клоунада устроили? Этот стоял вообще какой-то хуя на проезжей части, пока я не подъеду. Давай. Так, сразу летим. Так, куда он? Влево. Я просто на, падла. Чекил. Отлично. Едем. Быстрее. Да закрой нахуй рот, я же даже никуда не влезался, хули ты пиздеть я решила. Да вот, блядь, столбы ёбаные. Извините, простите, а ну вернись. На, наконец-то. Не сомневайся, я подам на тебя. Еще вот так, на. Смотри, куда идешь. Мне пора. Наконец-то. Надеюсь, эта миссия и все, на этом закончится, потому что это и так слишком... Рот закрой. Потому что эта миссия и так слишком сложная, чтобы ее перепроходить, и еще были какие-то задания, помимо тарана, и успеть... Значит, я ударил слегка. Хорошо, давай я вот так расти, а надо прям ебашить сильно. Давай, вот за минуту 4... О, ты еще тут. Сука, давай выезжай. Так, отлично, я остался последним.
Вова, что, тоже не нравятся вот эти вот конченые проезжие боты? Смотри, он просто таранит миссию, фу, грузовик, который сюжетный. Короче, давай вот так вот разгонимся и въебемся. О, это так круто! Я спасибо не вижу, где тебе, я. Боже. Сука, какой еще дебильный, я камеру поставил. 30 секунд надо один раз ударить, а он как бы уже удрал. Надеюсь, это поддается переработке. Давай. На, тварь. Латайте за мной пыль, пылесосы. Отлично. Теперь мне куда надо? Ага, за минуту назад не вернуться, вы что? Потом на тебя в суд. Гоните. Короче, я знаю, куда тут срезать можно. Не припомню, чтобы это было здесь раньше. Теперь быстренько вали. Главное, чтобы я проскочил вон ту железную палку. Если нет, это все пиздец будет. Мне пора идти. О, зашибись. Проскочил, называется. Ну, хотя бы вот так вот. Сильно не застрял по времени. Ну, там физически не успею вернуться. Если прям надо опять к этой исследовательской башне, то хер там я успею вернуться к ней за несколько секунд. Что за бред? Я только оттуда выезжал 40 секунд. Я только 40 секунд выезжал оттуда, реально. Ну как я должен успеть вернуться? Да-да, особенно вот по вот таким, блядь, углам. Быстрее, ну. Ясен хуй, что я не успею. На что они вообще рассчитывали? Как за минуту? Если я, блядь, минуту только доехал до этой точки. Я только до этой машины ехал минуту. Как я должен обратно успеть? Вот, 45 секунд я все еду до туда. Как я должен за эти же 45 секунд проехать, еще успеть то протара... Чешу музыку, сука, сделали, типа, веселую. Нахуй ты перестраиваешься в последнюю секунду. Чеш, я когда их чуть-чуть вот сзади дотронулся, я нахуй назад отскочил. Я же знает насколько. Только не перестраивайся сейчас. Козел вонючий, все равно перестраивается. А в ПДД не сказано, что можно перестраиваться на таких вот опасных местах или нет. Потому что мне кажется, нельзя вот так вот на поворотах. Просто брать и делать, что тебе захочется, сука, на тебе. Пиздец. На такой скорости влетел. Вот какого хуя еще клоун останавливается, где он захочет? На, тварь. Конченая. Не-не-не-не-не. На тебе, сука, еще раз. Отлично. О, это слишком круто для надо шума. Его добить это на нами. Это соль. Как ты сука. С этой солью своей ебучей. Так, надо... успеть его добить именно на набережной. О, да, зайди. Сейчас еще минус 50 монет, то, что мне надо. Давай. На. Извините, это не я. Заебись, не ящик не получил, еще и штрафовал. Еще штрафовал. А ничего, что я в него въебался на полной скорости. А мне даже ящик за это не дали. Надо. Ебучая пальма, а. Замедлила меня. Так, ладно. Давай вот так вот. На. Да-да, ты там тоже пока притормози, пожалуйста. Ну, гандон. Хер там он меня послушался. Но я назад не успею за столько времени доехать. Ну на что вы вообще рассчитываете? Я и так по сокращенным путям поехал и хуй успел. Вот тут он застрял в прошлый раз. Значит, сейчас мы точно дальше проедем. Получай. То есть его развернуло на 180, и он даже не задел ее. Блять, заебешь ты. Ты можешь, сука, понять, куда тебе нахуй надо ехать? Вот, ящик один, отлично. Время разбоя на дорогах в стиле Барта Симпсона. О, да. Назад я хуй успею. 15 секунд, да-да, пиздец. Попробую успеть. О, я поеду, короче, в этот раз по этой дороге, может... Во, может, по этой дороге я успею как раз доехать. Только не упади, я тебя умоляю, спасибо. Короче, вот так нахуй понял, я просто в обратную сторону. Мы с ним... Куда вы меня крутите еще? Блять, они меня еще и покрутили. Пиздец. И мне надо за это же время, как я только что сюда, вот сюда ехал, надо... Да, естественно. Опять эти 45 секунд, только еще и в конце, только уже и не 45, а 35.
Но я не успею, тут физически нельзя успеть за 10 секунд. Еще этот гондон сейчас перестроит. Ой, ну вот этот ебучий поворот. Какой проектировщик, мудак, это делает. Кажется, что я готова не на 90... Сука, все видео, блядь, проходите одну миссию. Я в ахере. Мисс Кингстон, к вашим услугам. У тебя получилось. Пиздец. Ешь это дерьмо, дерьмоед. Короче, нужно максимально долго подождать, вот как только сейчас, чтобы он максимально далеко... Дебил, блядь. А чтобы он максимально далеко успел доехать вот до сюда, чтобы, когда мне обновится счетчик его времени, у меня уже все равно чуть-чуть времени останется, только при этом я еще сюда успел доезжать. Ну, смотри, блядь, я вот полностью затормозил, я и то дожил, доехал. Как чисто по крайней полосе надо ехать? С какой, сука, скоростью? Пешком? Давай, 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 давай. Рот закрой. Давай, 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 давай. Куда? Лево, вправо ешь, не вижу куда. А ну верни. На, сука. Чего? Доберем парочку пешеходов. Давай, давай, давай. Едь быстрее. Нет, нет, нет. Так, он сейчас должен врезать. Он не врезался. А в прошлый раз он тут врезался. И не сомневайся, я подам на тебя в суд. Так, давай, давай, давай. Сейчас. Тягучие столбы. Это соль! Это соль! Это только для обычных персонажей. Давай вот так вот по прямой. На. А, ну ему похуй, конечно. А ну вернись! Получилось! Сейчас. На, падла. Надо, чтобы он максимально далеко проехал сейчас, чтобы я потом на обратном пути мог нормально. Все отлично. Аккуратно. Пускай он едет максимально, сколько сможет. Я полицейский. Главное не отставать сейчас от него, чтобы... Какой приятный момент. Потом я его мог один раз бортануть, и все, заберу ящик и доеду уже до куда мне надо. Сюда едь быстрее. Я пока съезжу, сломаю вот эти вот монетки. Давай быстрее, клоун, ёбаный. Что он реально уже долговато пора ездит. Действовать. Проклятый автомат! Все, а теперь быстренько валим. За минуту нам надо доехать до туда. Я надеюсь, успеем. Да, это эти же, смотри, 45 секунд остается, даже чуть-чуть меньше. Ну видишь, пока я за этот поворот доеду, уже... То, что я еле-еле успевал за 45 секунд, секунда в секунду, я теперь должен... Вот, с этого места 35 секунд. Даже чуть-чуть больше. Пиздец. Нет, ровно 35 секунд. Блять, вот куда ты нахуй передо мной повернул? Как я тут должен успеть? Давай, 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 давай. Куда ты нахуй меня толкаешь? А? Ну. Я вот так... Блять, олень конченый нахуй. Ты видел? Еще и этот угол кто-то резкий сделал. Блять, пиздец, опять. Прочь с моей дороги! Ну, пиздец. Еще одна жертва жадность. Я проберусь, сука, через выемку. Пропустить, да я бы, сука, с удовольствием. Хуй там ее пропустишь. Приветствую тебя, Спрингфилд. Барт Симпсон, к вашим услугам. Ну смотри, мне 45 секунд дается, и я ровно за 45, даже насколько бы я идеально не ехал, хер там я успеваю за 45 секунд. Как я за 35 должен? Я чё, блядь, Доктор Стрэндж нахуй? Я телепортируюсь или чё? Я классная девчонка. Прыгни, скорость меньше. Мне нужна скорость больше скорости. Вот как? Ты, блядь, нахуй ты мне задом наперед камеру еще сейчас поставила? Стреляй. Это надо как-то ручной тормоз вот так вот использовать, чтобы я мог дрифтовать. Ну хер знает, как я его должен еще в такой ситуации использовать. Вот смотри, ровно 3 секунды, то есть за 42 секунды я доезжаю, а как мне надо за 35 доехать? Сейчас он всегда тут врезается, на, тварь. Жаль, нельзя сразу 6 ящиков этих выбить.
Так, отлично. Нет, чуть-чуть не долетело. А вот так... На. В смысле нет? И не сомневайся, я подам на тебя в суд. Я в него нихера себе влетел. Я его крышей нахуй протаранил. Как нет? Ай, блядь. Надо хотя бы вот так вот, сука. На, вот так вот. Так, дай ящик. Оу, это так круто. Да что ты делаешь? А, даже два, заебись. Надо его догонять и исследовать максимально. За ним сейчас его не толкаем, ничего не трогаем. Но один разочек можно. Чтобы получить ящик, и чтобы он максимально быстро успел доехать до куда там надо. Это называется максимально, блядь, быстро доехал, да? Конченый. Во все он, сука, врезается. Все, что можно. Ты объехать не можешь или чего? Какого хера тут? Тут еще столбы настолько прочные, блядь. В 10 раз прочнее, чем машина. Сел, блядь, только записывать, уже весь мокрый. Этот дебил сейчас будет еще круг делать. 10 раз медленнее. Может, мне надо прям около него держаться, чтобы он быстрее ехал. Я плохой. Едь быстрее, дебил. Мне его еще контролировать надо, чтобы он... Закрой ебало. Чтобы он быстрее ехал. Во, смотри, до сюда он через за 20 секунд доехал. 20 у меня еще остается. Давай, пошевеливайся. Давай, вот так главное, не промазать. Я хотел сказать, давай. Ой, блядь, походу передержал. Глотайте за мной пыль, пылесосы. Как так-то? Нет, я же... Ты не затормозишь меня, никто... Я его сейчас протаранил. Какого хуя? Он, сука, не выдал мне ящик, пиздец. То он сразу два выдал, то он хуй один даст. Меня это устраивает. Нужна скорость, больше скорости. Я, блядь, представляю, что там дальше. Это ведь не последний, сука, уровень. Ну, как минимум, еще одна локация и еще несколько уровней. Что там дальше, блядь, будет? С помощью зубочистки победить, сука, тиранозавра, я не знаю. Главный босс у нас в спиде не такой, сука, сложный, как здесь. Просто проехаться. Так, ну у меня уже лучше. На 3 секунды я, блядь, быстрее приехал, охуенно. На, тварь. О боже, это никуда не годится. Так, еще разочек. Время устроить бешеную гонку в стиле Барта Симпсона. Давай вот так вот. Ну, задел же. Наш фару тебе въебал. О, это слишком круто для школы. Фару я ему въехал. Блять, вот про что я и говорил с этими ебаными столбами. Они сквозь домов катаются и останавливают очень сильно. А вот куда он рванул, блять, вот так, что я его вообще не догоняю теперь. Стой ты, блять. Мчался он. Дрила, вот так вот надо влететь в него. Блять, не долетел, серьезно. Нихуя себе он сейчас гонит. О нет! Ух ты, славно! Ешьте мою пыль, слабаки! Нихера себе ты ящик закинул, ты что, дебил? Да не толкай чтобы ты меня. Чтобы ящик, нажми кнопку Б. А как я его там должен забрать, слышу? Ой, бля, заебись, мне сейчас еще и менты будут гоняться, охуенно. То, чего не хватает, блядь. О, да, зашибись, еще минус. Эта миссия мне уже в 100 монет обошлась. Сейчас обойдется. Сейчас меня догонит, и я в 100. У меня только 3 из... Ты пиздец. Только... Куда ты толкаешь меня? О, зашибись. Да дай... Мне пора идти. Да. Блять, да куда время же идет? Время разбоя на дорогах в стиле Барда Симпсона. Ой, блять, ну заебись. Но он успел уехать. Ну ясенько, что он успел уехать. А что, вы зачем вы вообще меня задерживали тут? Эй, медленные машины пусть едут по первой половине. Давай, 5 секунд. Мне надо успеть хотя бы взять ему втараниться. Может, засчитает. Уйдите моей дороги. А теперь мне можно будет ехать к Веса? Да хуеть, неужели 30 минут я одну миссию не пройду за полчаса? Без проблем.
Наушники неудобно надел. Эпс. Сука. Пошел нахуй. Блять, нахуй ты это сделал вообще, дебил, блять? Какого хуя ты вообще по встречке едешь, а? Нахуй ты это сделал вообще? Так, а куда ты еще и тормозишь? Блять, я что, даже не доеду сейчас? Ой, блять, охуенно. Ну, я только начинала. Сука, это что, прикол просто? Это что за хуйня вообще? Как так? Миссис Чилтон, к вашим услугам. У тебя получилось. Я, сука, это... Давай пошевеливайся! Меня затрахали просто. Осторожно! Блять, я даже отсюда слышу, что они в наушниках говорят. Получай. Дебил, сука. Ну, куда ты нахуй выехал тут? Да, это было эффективно. Я уже думал, мне дадут реально за это ящик. Эй, смотри на дорогу, придурок. Так, на. Вот, отлично. Блин, это ужас. Время действовать. Отлично, еще один. Надо все 5 из 6 набрать, и тогда нормально будет. Осторож. И не сомневайся, я подам на тебя в суд. Смотри по сторонам. Это соль! Это соль! Наконец-то! Первый раз тут он на этом повороте в этой миссии попал. Ох, ни хера. Главное, чтобы он сейчас случайно второй ящик не потерял. Ой, бля. Ну, конечно. Фу, сука, ну ты видел? Ой-ой-ой. Едь быстрее давай. Максимально далеко. Это было просто ужасно. Ну, едь быстрее. Давай. Прочь с моей дороги! И не сомневайся, я подам на тебя в суд! Главное там доехать и успеть в него влезаться. Вот вот тут. Главное... Давай. Успеть. Смотри, куда идешь! О, кошмар, это ужасно! Ну, 35 секунд. То, что я за 45 не могу. Шевели! Ой, бля. Ой, да, конечно. То есть мне нужно буквально за 2 минуты примерно объехать весь город в этой карте. Серьезно? Давай. Как еще не все? Куда? Ой, блядь. Это соль. Нет. О, это было так круто. Соберем пальцы. Ой, пиздец. Какой приятный момент. Не помню, чтобы это было здесь раньше. Это только для обычных персонажей. Пора действовать. Я виновата. О, какой кошмар. Я ухожу отсюда. Пизду.
У меня нет никаких сил. Пошел он нахуй. На этом все. Перед прохождением миссии уследуй уровень. Пошел в жопу. На этом все, короче. Все ссылки в описании. Напиши в любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. Это в пизду, короче.